motherfucker. What's up, ребят? С вами канал Alligam, Let's Play and Rock. Меня зовут Олег, и мы продолжаем проходить с вами удивительную приключенческую игру про моря с Субнавтиком. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что мы исследовали остров во всех его слоях, пропитках и прочих вещах. Сейчас мы занимаемся тем, что продолжаем это делать. Я хотел бы рассмотреть, что же находится здесь, на острове, в пещере. Мы тогда мимо проходя заметили, что есть такая пещера, у которой внутри находится какой-то подводный лаз. Он может быть связан как-то со зданиями, которые находятся на этом острове, с инопланетными зданиями. В общем, это только догадки. Давайте сейчас об этом все поподробнее узнаем. Пещерка довольно темная получается. Так, что здесь у нас? Ну, пока кроме грибочков, различных росточков и всяких с потолка торчащих штук, я пока ничего не вижу в итоге. Вот изучить это можно? Неисследуемые какие-то травки. Загадочная трава, да. Смотрите, судя по сканеру, пещера у нас закручена по спирали и все глубже и глубже вниз. Вроде маленькая, можно заблудиться. Самое страшное это в 4 соснах найти березу. Удивительно, что на нас еще никто не напал. Хотя мне казалось, что здесь какая-нибудь будет штука типа телепортеров или еще что-то подобное. Может какой-нибудь пещерный спрут, я не знаю. Мезозойская улитка половозрелая, там, убита. Страшно, в общем. Но не так страшно, как в океане. Когда есть вокруг стены, как-то потеплее и уютней. Но вот когда стен нет... О, смотрите, скрижаль. Точно. Я так понял, короче, это такая редкая штука здесь. Но хорошо, что мы спустились в пещеру. Ну вот, ребят, смотрите. Не зря уже. Уже нашли один скрижаль. Уже выиграли. Так, что тут у нас? А дальше она глубже. Хорошо, что есть возможность заправляться кислородом под водой. Ну, вроде все, можно отправляться дальше. Пока ничего такого, знаете, сверхъестественного по этой пещере сказать не могу. Но единственное, что да, здесь скрижаль. Может быть, здесь какие-то еще инопланетные штуки нам будут попадаться. Хотелось бы. Сказать так, что эта пещера твоей мечты, ты обязан ее посетить? Нет. Максимум подводный бзык. Смотрите, скоро пещера закончится. Вообще очень интересно узнать, куда же она все-таки выводит. Кстати, по всему, на этом наше приключение заканчивается. Не особо мне хочется идти туда дальше и выяснять, в чем дело. Да, пещерка у нас выходит прямо в океан. Я бы выплыл дальше, но боюсь, незнание того, где мы находимся, может нас погубить. Поэтому давайте мы сделаем следующим образом. Мы установим здесь маяк, дабы посмотреть, куда эта пещера нас выводит. Останется только выбраться на поверхность острова, мы посмотрим, где установлен наш маяк, а потом погрузимся под воду и посмотрим, что там вокруг. Не очень сильно наблюдаю наш маяк. Я серьезно, где он? Я вижу все маяки, кроме этого. Но так далеко он не мог, это явно. Может быть, с другой стороны острова? Я не знаю, давайте поднимемся повыше. Нет, серьезно, где маяк? Не, ну, это уже нихера. Вот он, ребятки, смотрите, офигеть, он на самом днище. Остается только проследовать в нашу подводную лодку, только помним, да, что здесь у нас телепортеры обитают. Главное не попасться им, быстренько сейчас залезем. Главное не цепануть бортами остров, охереть. Но чтобы сейчас туда не разворачивался. Темнище-то темное. Судя по всему, маяк где-то под нами. Давайте его найдем. Да там дна не сосчитать. У меня вон и телепортер, смотри-ка уже, как. Офигеть, посмотрите. Страшно там. А представьте ночью там выплыть из этой пещеры. Так, телепортера нету. Так, ну давайте быстренько, аккуратненько. Я думаю, мы мотылька брать не будем. Мы лучше так, если что, его остановим с помощью винтовки. Да, ребят, смотрите. Отсюда она темнее, кажется, чем мы думаем. Заберем маяк, он нам еще пригодится. Теперь мы знаем, о... А выплываешь светло. Интересно, в пещере было темно. Маяк мы забрали, да, он нам еще понадобится. Мы его лучше используем где-нибудь в более надежном, интересном месте.
Теперь мы знаем, что в этой пещере нет ничего интересного. Можно продолжать дальше наше исследование. Сейчас мы направимся непосредственно прямо к инопланетной базе. Главное, жнеца не встретить. Кстати, давно с жнецам это не видели. Так, где жнецы все? Возле Авроры только видели в грибном лесу, и все, и больше нигде их нет. Что там врезается в нас? Посмотрите на эти строения. Какие-то штуковины. Что это? Так, сейчас наша главная задача сделать следующее. На такой глубине маневрировать и уходить от погони, от каких-то хищников будет очень сложно на таком крупном корабле, поэтому мы поставим его в порт, и оттуда уже нам, в нашем мотыльке, начнем исследование этих саркофагов. Так, отлично. Нет, слишком близко. Отъедем. Все, найс. Можно гасить свет, он нам больше здесь не понадобится, здесь и так светло в доке. И мы пересаживаемся в наш мотылек и начнем изучать окружающий эту станцию мир. Единственное, что смущает на протяжении всего этого нашего исследования, это то, что здесь огромнейшая глубина. Пугает то, что никого вокруг нету, никто его не охраняет. Все вроде бы нормально, но я не вижу здесь входа, нету никаких признаков того, чтобы это строение предназначалось для каких-то жилых целей. Огромные какие-то кабеля отходят от здания. Может быть, здесь есть какой-то вход? Хотя слишком они маленькие для того, чтобы мог пройти человек. Строение номер два. Смотрите, оно также подключено к каким-то кабелям. Здесь тоже нет ничего. Оно немножко отличается от предыдущего. Смотрите, такие же ворота, которые были у нас на острове и внутри здания. Ладно, давайте посмотрим, что это за обломок, который был у нас здесь под вот этим строением. Вот, смотрите, ребятки, что это? Ядерный реактор, офигеть! Как раз то, что я так долго искал. На нашей станции очень большая проблема с энергией, она огромная, а солнечные батареи не справляются. Биореактор тоже постоянно нужно перезаряжать. Наверное, этот обломок был единственным. Welcome aboard, Captain. Там что-то есть. Это жнец, ребятки. Сколько лет, сколько зим. Ребята, это я искал. Странно. Но почему он не издает никаких звуков? Давайте подойдем поближе. Он меня что, не видит, что ли? Почему он не кричит? Может быть, он слишком далеко? Ну же, давай, напади до меня. Его что, заключило, что ли? Мы уже так глубоко спустились. А почему он на дне, собственно говоря, плавает? И как-то очково. И кислород может так быстро закончиться. Давайте попробуем на мотыльке подплыть ближе. Возможно, он среагирует на фары. Будем светить ему прямо в лицо. Он какой-то глючный, смотрите, ребят. Он вообще не реагирует ни на что. Ни на мотылька, ни на меня. И самое удивительное, что он молчит. Может, он охрип, то есть там больной какой-то. Реакции ноль. Да, он исчез, смотрите, он провалился сквозь скалу. Он прошел сквозь нее. Может, это глюк какой-нибудь? Он не нападает на нас. Ну, давай. Отлично, мазафака. Да, он не издает никаких звуков. Походу, его заглючило. А вдруг он еще кого-нибудь заразит? Надо избавиться от него. Еще немножечко, наверное, я думаю, осталось. Главное, не забывать его контузить винтовкой. Вот что, собственно говоря, мы и забыли сделать. Куда он? О, кажется, начинается жопка. Нет, смотрите, он даже не пытается нас атаковать заново. Он куда-то в сторону уплыл. Он явно багнутый. Эй, оставь мотылька в покое. У меня сейчас кислород закончится, эй. Охереть. Отпусти его. Так, ребята, спасаем мотылек. Он почти взорвал его. Вот это приключение. Надо быстро починить мотылёк, пока не закончилось действие стадии винтовки. И продолжаем. Да ну нафиг, прорезалось. Он опять схватил мотылька. Блин, надо его быстро забить, пока он вообще не убил нашего мотылька бедного. Что с тобой не так? Огромная же дрянь. Может, это какой-то глубоководный вид? Офигеть.
мы его убили. По сравнению с мотыльком, мотылек просто капелька маленькая какая-то. Пора продолжать наши приключения. Давайте посмотрим, что здесь творится. Здесь гораздо интереснее, чем я думал. Мы находимся на такой огромной глубине. И что удивительно, тут довольно-таки светло. Да, глючный какой-то попался нам жнец. Смотрите, он опять проваливается сквозь скалу. Да, явно какая-то багнутая зона. Офигеть, еще один огромный осколок. О, какой-то фрагмент. Отлично, фрагмент руки захватом. Мы, по-моему, ну вот. Как всегда, стоит что-то изучить, начинается. Итак, фрагмент захвата руки. Мне казалось, мы уже изучили этот фрагмент. Давайте продвинемся дальше, может быть, здесь что-то более интересное есть. О, вот еще какой-то фрагмент. Смотрите, ядерного реактора. Как раз таки то, что мы ищем. Мы уже ранее находили один фрагмент, сейчас мы еще один изучим. Найс, осталось совсем чуть-чуть. Медленно, но уверенно мы продвигались дальше. Капсула времени, отлично, это уже какая? Вторая по счету, наверное, капсула. О, еще один фрагмент ядерного реактора. Стоило раньше сюда приплыть. Отлично, мы теперь открыли ядерный реактор. Осталось понять только, как он работает. Нихера там, короче, темень. Так, что у нас дальше? Вот, смотрите. Ничего особенного. Видимо, здесь мы уже все, что могли, нашли. Давайте отправимся немного дальше, посмотрим, что здесь в округе творится-то. Хера, вообще огромный пласт. Туда дальше, кстати, я слышу крики. Смотрите, да, там еще один жнец плавает. Охереть, а это что? Нихера себе, вот эта дыра. Интересно, что там внутри, куда она ведет? Давайте здесь маяк поставим. Давайте поближе поплывем, посмотрим, что это такое. Да, посмотрите, какая огромная дырень. Сюда можно сразу на подводной лодке смело нырять. Давайте осмотримся, может быть, что-то мы пропустили. Легкое спокойствие, конечно, присутствует, но до конца безопасным это место я бы не назвал. Учитывая, что тут первый жнец, там дальше еще один жнец. Ладно, ребятки, давайте теперь приступим к изучению непосредственно обломков корабля. Посмотрим, что внутри. Для этого нам понадобится для начала найти здесь вход. С этой стороны вроде бы... Нет, дверь заблокирована. Возможно, будет выход со внутренней части. Здесь у нас тоже не подлезть. Система вентиляции тоже закрыта. Отлично. А вот и поврежденная дверь, которую можно вскрыть лазерным рюкзаком. Перфект! Я надеюсь, что здесь будет что-то ценное. Лестница вниз заблокирована. О, фонарь есть. Интересно, батарейку можно забрать? Нет, батареечка не снимается. Здесь еще одна комнатка. Чуть мимо не прошли. Отлично. Это уже мне нравится. Торпедные установки для краба. Они у нас уже есть. Так, ну вроде бы все. Давайте отправимся теперь в вентиляцию. Посмотрим, куда она приведет нас. Главное не заблудиться и не забыть дорогу назад, как это было в прошлый раз, когда мы печально погибли. Нет, больше здесь, к сожалению, ничего интересного нет, поэтому можно смело отправляться обратно и заканчивать наше приключение на сегодняшний день. Так, мы сегодня с вами нашли огромнейший обломок возле инопланетного острова. Нашли также жнецов и огромную пещеру, в которой мы с вами отправимся, возможно, в следующий раз. Все зависит от того, как быстро я успею апгрейдить подводную лодку и мотылька, потому что на самом деле у меня пока не сильно навороченные плавательные аппараты. Как видите, в глубины небольшие, опять же, брони мало. Подводная лодка у меня вообще на нулевиках, без всяких апгрейдов. Поэтому, я думаю, сначала я немножко разобьюсь, опять же, построю ядерный реактор, посмотрю, как он работает, что из него полезного можно извлечь. И далее мы с вами отправимся под воду, под плавучий остров. Там есть еще одна зона, в которой я хочу плавать. Ну а пока у меня на этом все. Увидимся, ребятки. Пока.